зале. Кто опаздывает, пускать не будем. Быстро седьмой отряд сели или ушли. Бегом, 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 бегом. Значит, сегодня у нас в актовом зале проходит игра «Музыкальный ринг». Мы ее создали на второй смене, она прошла, в принципе, неплохо, я думаю. Сегодня мы посмотрим, что и как. Да, победитель прошлой смены второй – это Владимир Глушанко. Вот оно. Сегодня, я думаю, он окажется не победителем, а будет в хвосте, потому что сегодня играют просто-напросто такие люди, которые знают каждую мелодию. Игра похожа на игру «Угадай мелодию», но здесь все проще и сложнее. Сейчас у нас в игре в самом первом раунде будет участвовать сразу 32 человека. Как вы понимаете, сразу же после первого раунда ровно половина, 16, сядут в зал и будут вот так громко аплодировать. Итак, те, кто играет в первом раунде, их задача угадать только одну мелодию. Затем у нас остается следующий, это уже будет что, четверть финала? 1/8. Там получается уже три мелодии, и снова кто-то вылетает. Затем мы переходим уже в 1/4 и угадываем 5 мелодий. 3 из 5. Ну, я имею в виду 5 мелодий угадываем. Кто побеждает, остается, кто не побеждает, опять же идет в зал и снова аплодирует очень громко. В полуфинале у нас остается очень мало людей, много мелодий, но и в конце концов только один победитель. Как мы будем определять сегодня, кто с кем соревнуется? Сегодня новая фишечка, самая настоящая. На каждой шашке написан номер, поэтому своим легким движением руки я буду вытаскивать и определять, кто с кем соревнуется. А сейчас от 1 до 32 номера участников все на сцену! Итак, пропустите, вот там два парня не поместились. Там невозможно стоять, но подходи ко мне. Итак, чтобы нам не сбиться, каждый из вас имеет свой порядковый номер. Эти же номера у меня написаны на... Как они называются? На шашках. Мне что-то с памятью. На шашках. Я вызываю двух человек, каждый из них берет шашку со своим номером. Тот, кто побеждает со своей шашкой, возвращается обратно. Тот, кто не побеждает, делает вот так. Понятно? Почему, знаете? Потому что те, кто победил, снова бросают мне пакет. И мы снова начинаем выбирать жертву. Все понятно? Тот, кто собьется, тот самый плохой человек в лагере «Орбита». Понятно? Кто уйдет с шашкой или сдаст не вовремя. И мы сейчас определим самого невнимательного в этой игре тоже. Ну что ж, готовы? Тогда помните, сейчас каждой паре нужно будет угадать только одну мелодию. У нас есть барабан, у нас есть микрофон, у нас есть ложка. Вы подходите вдвоем, кого я выберу. Звучит мелодия, вы ее слушаете, ударяете по барабану, если угадали. Называете мелодию, если угадали, ура! Если не угадали, давай до свидания! Итак, готовы? Ну давайте, делаем ставки. Кто думает, кто будет первым? Марьяна Глушанко. Ну что ж, проверяем. Итак, номер... Блин, я так и знала, что я вытащу какой-нибудь. Нет, я понимаю, но тут без точки. 6 или 9? 6 или 9? 9 или 6? 9 или 6? 6 или 9? А вообще это 5, да? А вообще это 5, нормально. А где мои очки?
По-моему, самая невнимательная здесь я. Аплодисменты мне. Итак, кто первый? 5, это точно. 5, пожалуйста. Анатолий Гришин занимает его место. И вторая фишечка, это 1. Держи. Итак, ну смотрите, Владимир сразу попал у нас в первый замес, и я ему желаю проиграть. Так, Толя, даже не вздумай проиграть, понятно? Представляете, победитель прошлой смены вылетит первым! Аплодисменты! Итак, ну конечно, Толя, даже не паникуй. Он тоже не знал мелодии, ему повезло, повезло просто, да. Итак, давайте я его научу. Вовка-то знает, видишь, как он стоит. Повторяй все за ним. Блин, микрофон вообще мешает. Смотри, вот так держи, сразу, как услышал, сразу бьешь, понятно? Я подам тебе микрофон. Итак. Да. Все равно бей. Готовы? Поехали. Орбита, орбита. А в оригинале? Орбита, орбита, орбита. Яркий мир и целая планета. Но, к сожалению, это правильный ответ. Ты забираешь с собой, ты забираешь с собой. Ты забираешь с собой. Толя, я за тебя болела. Аплодисменты, Толя. Подходим сюда. 7 и 17. На 17. Итак, у нас две Анастасии. Поехали. Угадана мелодия. И я понимаю, что Андрей Марьян знает все мелодии. Это... Нас не догонят. Это нас не догонят. Андрей Марьян. Итак, а теперь помните вчерашнюю игру? У нас каждые 5 минут менялись правила. А теперь давайте определимся, что мы делаем, если вдруг у нас не угадана ни одна мелодия. У нас есть поединок. Поединок у нас таков. Мы определяем, что вы будете определять, песня или голос работника лагеря «Орбита», который скажет кое-какие слова? Голос. Итак, они определяют голос. Кто из вас первым определит, тот стучит. Кто говорит? Лагерь «Орбита», работник, известный. Он сейчас скажет фразу, вам нужно определить, кто это. Все понятно? Поехали. Да, они, если не... Кто первый ударит? То есть... если ударил, то проиграл. Да, то есть если не понимаете, не ударяйте. Договорились? Поехали. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Следующая версия это же. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Следующая версия это же. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Следующая версия. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. И последний вариант. Ага, то есть ты ударила. Это говорит Лариса Николаевна, давайте оригинал. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. Это я! Ты забираешь, Настя. Эх ты, Настя, ты-то меня чаще слышала, чем она. Ай-яй-яй. Итак, поехали дальше. Номер 16 и 31 все-таки. Вот это да! Забираем. Отдавай ему. А, вали, Миша! 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 Подождите, было две Насти, два Миши.
выше. Итак, готовы? Миша, я за тебя. Давай. Сериал «Чернобыль»? Лос. Миша, я была за тебя! Аплодисменты, Миша! Аплодисменты! Иванову повезло. Продолжаем. Продолжаем. 4, 12. Итак, микрофон убираем. Готовы? Поехали. Итак, первым был Антон. Это... О боже, какой мужчина. Аплодисменты, да, ему повезло. Ты со своей шайбочкой, как она называется, ну, в общем, уходишь. Следующая пара. 24-14. Аплодисменты. Забираем фишечку, не забываем. 24-14. Готовы? 24-14. Поехали. Включай микрофон, говорит ему. Физрука. Это правильный ответ, аплодисменты. Блин, Леха, ну так получилось. Так, микрофоне кладем на барабан, да. Следующая пара. 19-25. Вот самый невнимательный мальчик. И два пирсика внутри. Это правильно. Это Аня. Такая же невнимательная, как и Дмитрий. Итак, следующая пара. 11:30. Так, вы знаете, что это? Это сериал... А так это называется «Оттепель». Итак, девочки, голос или что? Или песня? Голос. Итак, помните, да? Есть несколько вариантов, поэтому не торопитесь от самого низкого до самого высокого. Итак, слушаем. В здоровом теле здоровый дух. Микрофон. Олег Александрович Гамов. Итак, ты помнишь, я говорила, не обязательно угореть сразу. Итак, оригинал. В здоровом теле здоровый дух. Ирина Владимировна Мартынова. А я предупреждала. Варвара.
вожатым везет. Итак, следующая пара. Это 18:32. Полина, давай, Полина. Поехали. Это... Белые розы. Глаз. А чертова дюжина 28. 13:28. Иди сюда. Турецкий чумак. Турецкий чумак, да, встретились. Итак, поехали. А первый был все-таки Даниил, где микрофон говорит? Одиночество пик! Одиночество сот! Чума! Ну и давай, неужели Алексей пойдет сейчас в зал
И мы слушаем ответ. На сожалению, да, у нас время. К сожалению, это, по-моему, любимая песня мелодия Ирины Владимировны. Нет? А что включить? А, это Хатико, да. Аплодисменты, Алексей, тебе повезло. Света, нам тебя жаль, продолжаем дальше. 27-6.
в одно. Восьмое. Как наши спортсмены. Поехали дальше. Поехали дальше. Два. 32. Вот это да! Вот это да! Итак, ну что мы против? Три мелодии. Поехали. Это на свадьбу. Саундтрек к свадьбе. Саундтрек к свадьбе. Это, говорит, на свадьбу. Горько, это тоже на свадьбу. Но это, говорят, свадебный марш. Мендельсон. Но, конечно, засчитываем. Конечно, свадебный марш. Аплодисменты, Алексея. Какая-то шляпа, как говорит Владимир. Поехали. Это не шутки? Это не шутки, в смысле про маршрутку? Это правильный ответ, Владимир. Итак, 1-1, и сейчас самое то. Валенки. Валенка. Валенки, аплодисменты, Алексей. К сожалению, Алексей, я болела за тебя. Андрей, за тебя. Итак, номер 7 и 22. 7 и 22. Тарелки по количеству стаканов. Александр Сергеевич Ковалев!
Следующая пара. Нафига мне тут все стерлось? Да я так и знала. Иди, вот я не знаю, как понять. Где? Это один, а это три. Один, три. Те, кто держит эти свои шайбы. Вы там пальцем не крутите, потому что там Миша выбрал самый лучший способ написания, и он стирается сразу. Итак, готовы? Настя, я за тебя. Не знали бы мы этих невеселых. Чего-чего? И не знали бы мы этих дней веселых. Как бы все аплодисменты, аплодисменты, Владимир 1-0. Зурбаган. Да, к сожалению, Анастасия, он угадывает и эту мелодию, и нет смысла бороться дальше. Аплодисменты Насте. Продолжаем. 26-4. Итак, тишина, тишина. Поехали. Полная тишина. Пусть он бьет, Лёва. Как она это сделала, я не знаю, более света. В траве сидел кузнечик. А что это было? Аплодисменты Антона. Итак, 27-20. Нет, нет, подождите. Тогда какой номер? Пап, Зиль, там у тебя тоже нету. Подожди, у них же на груди есть. 27, да. Так у нее на груди есть 27. Полная тишина. Вот там, бутылочка за бочок. Баю, баюшки, баю. Да, это правильный ответ. 1-0. Подожди. Кто был первый? Аня! Все, Таня сказала, что была Аня первая. Ничего, какие быстрые, у меня посмотрите, ничего не вижу. Не вижу. Итак. Это подсказка. А записки с галками. Ну и Аня выигрывает. Аня, она только пальцем там не води внутри. Что такое? Уже вообще ничего не видно. Ложки вот так, поднимайте ложки. Дальше вообще пошла. Итак, 29-30. Дальше вообще шляпа. Совершенно верно. Итак, 1-0. Тише. Слышь, ты что такая дерзкая? Ну ты что такая дерзкая? Это ей. А
заболел. Аплодисмент Алексея! Итак, у нас осталось два номера. Вот они. Это сейчас Настя. Как Дима, наверное. Да, я угадала. 14 и 10, да? Это 14. Ты должен проиграть. Мне не видно его, потому что да. Это 10? 10? 10. А могут проиграть сразу оба? Не видно просто номера у них. Полная тишина. Пожалуйста, Дмитрий. Ну, давай, это есть такое. Давай, микрофон говори. Все любят ее вообще. Просто умирают на дискотеке. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Нет, это не бум-бум-бум. Итак, это неправильный ответ. Да, бум-бум-бум. Нет, это... Итак, Анастасия, Барбарики. Ну, это группа Барбарики. Ну, хоть немного слов там, пару слов. Самые большие слова. Аплодисменты, знаете, ой, Дмитрий, к сожалению, уже 2-0. Клади микрофон, выбрасывай свою фишку. Давай, вот туда клади его. Итак, куда вы там все? Покажи номер. Видно. Номер. Не видно. Видно, Настя. Не видно. 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 Настя, иди допишу к тебе. Там вообще невозможно разобрать. Итак, следующий получается раунд 5 мелодий. Да, 5 мелодий, 3 из 5. Если угадываешь, значит победил. Почему? Можно и одну из 5 угадать. Здесь 4 никто не угадал. Почему? Одну тоже можно, а остальные не угадали. Да я все поняла. Итак, колдуй баба, колдуй дед. Колдуй баба, колдуй дед. Итак, кто у меня? Кто, кто? 25-22. Ах, Аня была первой. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Совершенно верно! Итак, полная тишина. Слушаем дальше. Эти роли не для нас. Аплодисменты, совершенно верно. Итак, Влад. Полная тишина. Ты моя нежная. Итак, номер 10 и 26. Итак, смотрите. Ладно, я сейчас скажу после того, как. Поехали. Полная тишина. Настя, ой, Настя, Соня. Будь со мной мальчиком, будь со мной зайчиком. А будь со мной зайчиком, мальчиком, Владиком, да, можно кем угодно. Итак, мои светы, Соня. Поехали дальше. Тише.
давай. Да! 1-1! 1-1! Третья мелодия. Белая стрекоза любви. А, 2-1-3, ничего страшного, надо выиграть три мелодии. Слушаем дальше. One Million Voices, Полина Гагарина, Евровидение 2015. И она выиграла! Выиграла она! Анастасия, плаки-плаки. По-моему, отсюда надо выдавить Глушанкова, вам не кажется? А кто-то у нас остались двое, нет? Нет еще? Подождите. Зачем ты идешь опять ко мне со своей фишкой? Как понять все? Еще две пары. Итак, я даже не вижу, что у меня в руках. 31-1. Что? Что делаешь? Стал нормально сюда и все. Это вожатый просто, вожатый. Ты будешь ему подсказывать? Давайте. Полная тишина. Никогда, никогда, никогда. Младший лейтенант, мальчик молодой, сын. Я же говорю, что выдавливают, остались одни вожатые. Поехали. Тише. А Владимир был первым. Отдарладно! Полная тишина, полная тишина, полная тишина. Не надо облака белогривые лошадки показывать, не надо. Итак, полная тишина, нам придется посчитать до трех. 1, 2. Полечнец. А вот, кстати, ну вот ты сам себе выкопал яму. А я тебе говорю, потому что сейчас он победит с твоей подсказкой. Поехали. Дальше.
большом воздушном шаре. Правильный ответ, Вадим! Угадываем дальше. Полная тишина. От Волги до Енисея, ну а в орбите это от арки до бассейна. Это правильный ответ! Алексей, к сожалению, танцуешь ты лучше. Аплодисменты, Алексей! Сдаем деньги. Кто хочет победить? Деньги. Я деньги сейчас. Итак, потихонечку, ты сколько, если победишь? Аня? Деньги, 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 деньги. Взятки, взятки. Взятки, 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 главное. Итак, 7 мелодий. 7. 4. Итак, первый точно 25. Да подождите, что, Аня? Хоть бы вышел Марьян, хоть бы Марьян, хоть бы Марьян. И второй это 32. Расскажи, Снегурочка, где была? Правильный ответ! 1-0. Полная тишина, Аня. Тихо, сейчас. Тише. Тише, я тебе. Да-д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 а. Ну, я не знаю. Часики, да-да-да-да-да-да. Ну, короче, Валерия. Ну ничего, что Соня подсказала? Да понятное дело, что ты напела. Понятно. Тогда я за вас. Потому что девчонки лучшие. Итак, поехали. Опа, как он ставил. Аплодисменты. Тиши. Полная тишина. Футбольный марш. Аплодисменты. Садыкич, я не отслеживаю уже. Satisfaction. 3-2. Аплодисменты. Полная тишина, полная тишина. Анна, не сдавайся, Анна. Анна, не сдавайся, я тоже не знаю, я там подсказала. Итак, конечно нет, он же не ударил, он собрался. Итак, мы считаем, Аня. Давайте включаем. Ой, а тут как интересно. Итак, ну я думаю, что эти уже фишки не нужны, потому что кто-то один будет бороться с Андреем. Итак, готовы? По-моему, я уже знаю, кто победил сегодня. А Соня была первой? Хоп, хероина, хоп. Аплодисменты. Кто тебе сказал? Кто был первым сейчас? Нет, мы просто не разыграем это очко. Мне показалось, были одинаковые вообще абсолютно. Итак, что, жюри, что? Фальстарт. Значит, не разыграно очко. Продолжаем. Соня.
Полная тишина. Итак, Соня, я буду вынуждена досчитать до трех. Я за тот раунд боролась. Итак, Соня сдается, к сожалению. Мимо нас, мимо нас. Итак, у нас счет 2-1. 1-2, продолжаем. Полная тишина. Юлиана Караулова, «Вне обидное». Молодец! И что получается, 2-2? Вот кто сейчас? Нет, да, я так хочу. Ну ладно, неправильно я хочу. Подождите, ну это шестой. Шестая, вот сейчас мелодия. Шестая мелодия. Миша был первый. А в голове одни танцы, на-на-на-на-на. Это правильно ответ? Аплодисменты! Итак, седьмой, если он угадывает, ты проиграла. Если ты его угадываешь, ничья. Миша. Соня была первая, Соня называет мелодию. Она ее не знает. Полная тишина, полная тишина. Итак, Соня, это мелодия. Это мелодия, мы считаем до трех. 1, 2, 3. Миша, какая мелодия, Миша? Я не знаю. Катя, возьми телефон. Катя, возьми телефон. Аплодисменты, да, выиграл в этом раунде Миша Иванов. Понимаете, дайте, пожалуйста, деньги, эти шахматы. Итак, вот теперь объясняем правила. Правила просты. Полуфинал. Что там получается? 9. И 5 побед. 9. Всего лишь 9 мелодий. Всего лишь 5. Поехали. Первый был Андрей, это точно я видела. Все танцуют руками. Локтями, 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 локтями. Аплодисменты, 1-0. Ну и достаточно, да. Ну да, я думаю. Аплодисменты! 3-0. О, к сожалению, это, по-моему, какой-то сериал. А, наоборот, нет, там же было что-то про любовь. Итак, не разыграно это, но в принципе все равно, да. 3-0, продолжаем. Полная тишина. По подсказке. Женя? Поехали. В этом мире я гость непрошенный. Аплодисменты! Итак, что у нас за счет? 3-1. Ой, молодец! Полная тишина. Эй, гали-гали! Пара-пара! 3-2! 3-2! Антошка! Антошка! Антошка, Антошка! Не, ну потом, давайте договоримся. Показал, Володя, мы договорились. Я разыграю. Но
первым. Он ударом. Дети, вот здесь я видела, он ударом первым. Может быть, тебе не повезло. Поехали. Опять! Вот опять я тебя назвала сейчас. Подожди, мы три раза уже сказали, что я должна назвать имя. Миша первый. 4-2. 4-3. 4-3. Продолжаем. Андрей был первым. Ну где же ваши ручки? А может, девчонок начнем? А, ну где же вы, девчонки, да. Ручки это вообще какая песня. Ну вот это и да. Ну где же? Все отлично. А какая песня осталась там, последняя? Потому что, ну, во-первых, он ребенок, во-вторых, он первый раз победил. А ты победитель, по-моему, не однажды, да? Третий раз или четвертый, да. Я даже ребенка побеждал. Поэтому давай так, все четко. Есть время, есть мелодии, никаких, да ладно, примем. Я согласен, я хочу играть супер игру. Итак, 11 мелодий. Подожди, я еще не принял, да, решение, или уже принял? 11 мелодий. Но подружку я тебе все равно подарю. Итак, 11 мелодий за сколько? Без времени. Главное не ошибиться. Без лимитища. Тебе повезло. Итак, 11 мелодий. И мы начинаем. Тишина в зале. Я водяной, я водяной. Это правильно. Таксист придумал позывной. Так, или дальше. Так, пропускаем. Я свободен. Это правильная вторая мелодия. По счету третья. Мама, папа, джентльмен. Мама, папа, джентльмен. У кого? Аплодисменты. Спасибо. Что-то жидкие аплодисменты. Продолжим. Батарейка. Абсолютно верно.
Титаник. Аплодисменты. Это сколько? 8. Самый лучший день! Аплодисменты! Это 9. Песня Кощея. 9. Не детское время. Это 10. Да вы не угадаете у меня. Короче, дискотека Варен, новогодняя там. Ну, она так и называется, новогодняя. 11, и у нас осталось две мелодии, вторая и шестая. Вторую слушаем. Итак, слушаем 8-ю. Ой, 6-ю. Я не могу без этого. Полетели на небеса. Да, это правильный ответ. Аплодисменты. Так, подождите, не включайте, я вам подскажу, сейчас включу микрофон. Подождите, ему легко, он же почти может оригинал услышать. Он же один. Давайте перед оригиналом. Давай голос. Нет, мы можем менять. Давайте голос. Ну голос. Итак, голос. Голос. Да нет, ты голос, а слушай. Второй отряд, пройдите на спартакиаду. Дальше. Ну что? И победить. Хорошо. Давайте. Нет. Я что, сейчас много мне нужно угадать будет, да? Я правильно понял? Чунга-чанга. Еще Чунга-чанга, да. И последняя решающая мелодия. Полная тишина в студии, ой, в зале. И, по-моему, повезло побыстрее. Это День Победы. Моя бабушка курит трубку. Да, к сожалению, у него бабушка курит, да. Ничего на свете лучше нету. Пусть бегут неуклюже. Буратино! А может быть...
быть собака. Нет? Но мне кажется, нет смысла. Чёрком, пацаны! Только что угадывали. Все мелодии угаданы! Молодец! Андрей, тебе досталась блондинка. Аплодисменты. И, как я обещала, медаль «Звезда орбиты».